Кстати, на канале Автохимия Осла, значит, собраться. Кстати, мы заметили такой небольшой нюанс, что вот это масло тестировал канал Автохимия Осла. Вот. И дело в том, что он залил свой автомобиль, после приехал в Питер. Блин, ну это очень смешно. Как так можно канал назвать? Нет, давай перезапишем. Я еще хочу обратиться к зрителям. Мне тут сегодня скинули скрин. Вот, и на канале Автохимия Осла было написано, что мне платит зарплату Сергей из Полимериума. Я хочу обратиться напрямую к Сергею. Сергей, где моя зарплата? Ёлки-палки, ты что хочешь, чтобы я в прокуратуру обратился? В общем, такой нюанс, что ВМПшники дали это масло каналу Автохимия Осла для того, чтобы он... Заново будем.